Так, сегодня 24 августа, моя первая вылазка в лес за грибами. По пути нашел 5 грибков, и вот такой красивый стоит подберезовик. Такой. Грибов в этом году очень мало, где он черенка поспевает. Я думаю, еще собирать. Рано сейчас, да, она вся такая еще. Не спела? О, кислая. Вот. Холодное лето было. Грибов мало. Ну, сейчас уже неделя была теплая. Вчера, позавчера прошли дожди. Так что я думаю, что немножко можно собрать уже. Правда, за полчаса собрал всего 5 грибов. В принципе, я в лес пошел. Пошелся по болоту. А путь через болото не лежит. Первый подосиновик. Нашел. Значит, надежда есть. В чем я еще не дошел? До своего любимого грибного места. Там обычно таких полно. Немножко моросит. Какая красота. Листья стали желтеть уже. Хотя еще начало, конец августа. Третья декада пошла, но четвертая декада, но уже пожелтели частично. В этом лесу обычно много грибов. Сегодня я тут вообще ничего не вижу. Пусто. Грибы есть, на самом деле, но их мало. Я на жареху и на... Да, только на жареху собрал. Надеюсь, в обратном пути еще соберу на суп. И все. Хотела бы, чтобы они... Может, на следующей неделе, может, пойдут. Кто их знает. Такая у меня небольшая прогулка по лесу. Грибов практически нет. Попробую двинуть во вторник сюда. Прийти, скорее всего, что-то можно будет собрать. Если погода такая сохранится, то я думаю, повылазит. Вот такой мой небольшой прогноз. Я думаю, всем не упал. Всем до скорой встречи.